Это смешно, по-твоему? Ну, ты предлагаешь все вместе бежать? Я бы, наверное, минуты на две вперед тебя запустил. Как бы будет веселее, мне кажется, чем ты, например, стартанешь и после 3 километров отвалишься. Ну хорошо. Что за прикол, ребята, 3 километра, он уже второй день твердит, а не какие 3, ну 13 хотя бы. Ну потому что я не собираюсь там тренировку какую-то бежать. Я уничтожу тебя. Давай мы позвоним консультанту по приколу. Чтобы понимать. Звоним этому Джаджу, он, Бэнкс. Да он может сейчас на гиперкемпе там это. Как ты думаешь, вот завтра Степка хочет бежать в горку, там, от 1700 до 2500 или 1500 до 2300, 20 километров, ну, где-то там по 3.45, например, да? И он хочет снимать видос, чтобы я побежал вперед, там, минуты на 3, а потом он бы начал меня догонять и отыгрывать какой-то гандикап. Гандикап, блядь, дайте мне гандикап! А вообще, как ты оцениваешь, ну, субъективно мою форму? Понятно, что у меня... По 3.45 ты не отстоишь. Я уверен, в себе стал, блядь, после этого разговора. Ну смотри, он сколько уже беседуем, он не матерится. Я хорошим образом влияю на него. Такой вопрос не идет обычно. Высыпаются перед соревнованиями, блядь, как будто. Полдня прошло уже. Вот ты бы занялся делом каким-то. Да нет у меня дела, мое любимое дело ничего не делать. Давай, Степ, скажи, на наших тренировках вы научитесь. Блин, дай хотя бы майку сначала надену. Давай. На наших тренировках вы научитесь грамотно распределять силы. Че еще? Включать стопу. А, включать стопу. Че еще? И пятую передачу. Я бы взял, конечно. Ха. Красавцы. Ну, у меня ноги не воняют. Они пахнут каким-то, типа, клеем, знаешь? А, да, да. Таким? Ну, не, они просто новый материал. Офигели, человек марафон пробежал. Они очень легкие. Марафон пробежал, а они не воняют. Когда вот так на них смотришь внешне, кажется, сейчас возьмешь, тяжеленькие будут, а они прям вообще... Ну-ка, это, тест стандартный, давай. Да мы сейчас порвем. Да блядь, не портите мне это! Блядь! Мне их еще пять! Это было, видел? Они вообще... хорош, блядь! Нет, не они не взлетают, там нет пластины. Их фиг достанешь, мне. Он любит фотографироваться. Недостаток кислорода лимитирует. Ты просто будешь бежать, и все, ты не можешь. Ты как бы захлебываешься, вроде бы в ногах что-то есть, ты можешь что-то выдать, а вот функционально ты не тянешь все. Ты думаешь, ну сейчас вот, наверное, сейчас кризис, самый тяжелый момент, потом будет легче, а нихера, там все тяжелее и тяжелее. Километров 5, как относительно полога, а потом идет уже такой покруче. Но он как бы все время, ты в гору, но вначале как бы так не чувствуется. Ты можешь там и по 3.30 жать. Я знал, это должно быть все цвети. Манежи там все равно вернут в четверо. Вот эту вот канистру с водой не взял, это вообще. На разминку погнали. Музыка еще такая трагичная. Тут уже дышится. Может, ну его нафиг. Пахнет это тем, что прогноз Степы может сработать. 3 километра. Я все-таки на 4 ставлю. Не, ну нет, я добегу, чтобы в страве участок обозначить. Смотри, он... Сильным особям не нужен карбон. Зачем это все? Помолитесь там за них.
сначала по 3.30 начнем, а там 3.21, 3.26, что-то такое. Сейчас 3.34, 4-й километр. Ну да, неприятно. Ты больше поставить можешь. Пошли, догоним. Я уже поставил. Догоним Степку, давай. Вон там. Он сказал, что ты что-то перебрал на первых километрах. Перебрал? Да. Можешь подождать его? Беги, беги. Да. Посмотрим, что из этого будет. Он его, конечно, подождал, но это не помогло ни хера. Че ты как? Стоит уже не играет. Он выживает. Потому что по сердцу я не могу разогнаться. Я как бы могу пиздеть. Но ногам как-то плохо. Неприятно. И так сколько был? По 3.30. Дайте одному побыть, съебите. Съебывай. Дайте умереть в горах. Сколько десятка была примерно? Еще подул. Да. О, бля, в конце заломал. И че он так там? Где он? Это перепись уёбков. Первый перед вами. Спасибо! Ку-ку, блядь! Ку-ку! Этот участок, это передохнуть, чтобы вот этот участок. Да, тут передохнуть, дальше будет трэш. Я пешком дойду просто чисто, чтобы в страву залезть. Я, блядь... Давай, давай, работай! Потерпи! Горбун тебе не помогает разве? Он-то и помогает, я только благодаря нему и бегу до сих пор. Давай, 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 срыви! Ты я сможешь! Она зовет меня! Какой пысь? Она зовет! Ку-ку! Бля! Не, ну так тренироваться, блядь! Я 1000 раскачу последнюю, бля, буду! Для видоса! Давай посмотрим, как ты раскатишь последнюю! Как Степа говорил! Центр тяжести его низ, не ползешь, как собака, уже, блядь, просто туда, наверх, как волк лесной, блядь.
Шакал какой-то. 18 км. Это пиздец. Они меня со счетов списали, блядь. А я только разминаюсь, нахуй. Я закинул. О, блядь. Давай, давай, давай. Погодка хорошая такая. Я есть бог, но бога нет во мне. Играет. Срыв играет, блядь. Как там? Голы пошли, блядь. Барьеры. Барьеры. Моя любимая. Помочь? Да, да. Барьеры поставить. Помогите ему. Научите ее бегать, блядь. 3 километра, блядь. Гандикап. Это гиппокамп, а не гандикап. Задача не перейти на шаг. Какой спешл блок еще, блядь. Самую сладкую тренировку не смог сделать. Скрутило живот, нахуй. Пресса нет просто. Он еще говорит, влоги без мата записывайте. Хуй там плавал. Тут такие эмоции. Чистые. Это гибро теперь. Гибрид какой-то просто, а не человек. Это гибро. Вот здесь, смотри, пошла. Раскачу, давай. Бля, ну не так же. Можно, можно. По 3-0 встать. Бедро, говорит, не включай, ахилла беги. Ахилла, блядь, туда. Друзья, ахилла. Это я, кстати, по 5-10 бегу, не так уж плохо. Это хорошо даже. Я не причесался. Из 6 надо последний, 6-0-1 сейчас. Сука. Форест, беги, беги, Форест. Из пульта. Молоденьким. Это самый тяжелый участок. Тяжело. Смерть зовет меня. Я еще могу, 5-54, 6 могу. Что ты за человек такой? А? Чуть включилось на 5.30. Все, все, тут уже концовка. На языке замельтешила матершина, когда я понял, что в меня вошел мужчина. Он ощущался, будто подогретый студен. Я обернулся. Скажи на него, да это Путин нахуй! Останавливай. Не, я 20 бегу и все. Не-не-не, но... часы тут обманывают. Карбон работает, блядь. Карбон никогда так хорошо не работал. Ультрамарафонец. Она бежит все равно до сих пор. Не остановилась, на шаг не перешла. На год вперед тебе стопу зарядит. Я, в принципе, еще 20 так могу. Раскатывай. Не, гандикап бы был 40 минут. Это фиаско все равно бы было. Пошла, пошла, пошла она! По 4.30 включилась! 100 метров! Сотка, сотка, давай, 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 давай! 100 метров! 50 даже! Из 5. Тут? Все, да, все. Ну, бля, я закончил подготовку. Реализовался. Молодец, ё. Настолько лучший. О, блядь, снимаешь, Петро. Так с собой горжусь вообще, бля. Палок не хватало, конечно, в конце. Чуть руки включить. Бля, люто. Ты в мазь просто не попал. В мазь? Да, бля. Мразь такая, конечно, Степа, блядь. Чтоб я еще на сбор куда-то. И что получилось у этого старика? Че он сбегал? Он по 3.38. Чего, блядь? Вот ты подъемываешь, что ли? Не, вы прикалываетесь надо мной или нет?
То есть это настолько он лучше, блядь, это он половинку по 2.40 готов сейчас? Охуеть! Вот это сила! Да это поебень, просто с ингалятором бежит человек, так любой может, блядь. Ты попробуй на своем сбегать. Вообще это не считается, как бы может в траву не заливать даже. Там захейтят. Все, домой, домой, давай. Поцеловать, может, что-нибудь? Или там соплей налить? Стёпу поцелуй за такую тренировку хорошую. Не-не. Спешил Бог, блядь, вы чё, нах? Ты уже в конце не бежал просто, а? Ты чё, троллишь, что ли? Не бежал, блядь, это ты не бежал, нах. Давай домой, ляжем и будем лежать до воскресенья, до следующей работы. Реально бомжом не воняет. Это вообще реклама или нет? Я не знаю, это может быть реклама, а может быть нет. Так, ну что, начинаем? Ты можешь сказать срыви, когда бегать. Такая постанова, сука. Горыныч, что делаешь? Я Горыныч? Регаю срыви в царской сети полумарафон. Срыви в селе. Что такое? Что такое? Срыв три дня с кровати не слезал, готовится, боится. Блядь. Короче, нарежем что-нибудь нормально.